много церквей уже дали славу и хвалу Господу. Я смотрел сегодня, так много хвалы, так много радости, так много благодарности. Церковь Мизури праздновала свои 15-летие, они радовались по-своему, кушают где-то на природе, я так понял, пищу. Благодарят Господа. 15 лет, как построили Дом Божий, хвалят и славят Господа Бога нашего. Мы благодарим Бога за то, что Он с нами, за то, что Он нас хранил, помог и благословляет. Что касается пандемии, скажу вам, не сильно переживайте, молитесь Господу, она пройдет. А Царство Господне приближается. Наша задача, и поэтому мы в Доме Божьем, чтобы приготовить себя к этому моменту. Поэтому никто не знает, как дальше сложится наша жизнь. Один Господь, который управляет семьей. Я вам скажу, никто раньше срока, отведенного Господом, никуда не уйдет. У Господа для каждого человека есть свое время. Поэтому надейтесь на Господа, доверяйте Ему, ходите путем Господним, просите Божьей милости, просите Его защиты, Он поможет, проведет и благословит. Настройте свое сердце на лад благодарности, славы и хвалы Господу Богу нашему. И вместе с группой, которые уже приготовились славить Господа на музыкальных инструментах, благодарить Господа и петь Ему, и мы присоединимся в этой хвале. Псалом 67:5. «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его». Пойте, благословляйте, радуйтесь пред Господом. Бог чудесным образом беспокоился о нас. Он нам простил наши грехи. Он дал нам все необходимое для жизни благочестия. И теперь у нас есть вся возможность готовить себя, чтобы нам прийти в Божье Царство, в Его славу. А посему наше сердце да будет открыто пред Господом. Мы будем молиться Ему, будем благодарить и за эту прошлую неделю, в которой мы жили, о том времени, которое впереди нас, о котором мы ничего абсолютно не знаем. Мы будем молиться Господу, чтобы Бог хранил нас и в этих искушениях, которые сейчас этой пандемией двигаются, особенно в тех, кто работает в государственных службах. Вот. Есть много некоторых не совсем приятных запросов, на которые нам надо давать ответы. Доверяйте Господу, Он поможет, благословит и защитит. Поэтому пусть имя нашего Господа будет возвеличено, помолится и прославлено. Помолимся о тех, кто дома, кто болен, кто в нужде, кто в дороге, кто даже на отдыхе. Еще время летнее, пусть Бог благословит и хранит каждого, каждого из нас. А наше сердце да будет приготовлено славить и хвалить Господа, Бога нашего. Аминь.